Здравствуйте, дорогие друзья, это обзор игры Resident Evil 4 от Эдуардо да Силва. В прошлый раз мы нашли Эшли. Сейчас мы выходим из этого помещения. Честно говоря, я сам не понял, почему нужно выбираться через шахту для сброса отходов, почему нельзя вернуться назад. Выйти с этого острова так, как мы пришли сюда. Но мы используем вот это. Надеюсь, компенсируется патрон. Сейчас и это отсоединим. Добьем его с маной. Больше патронов для маны. Follow me. Посмотрим, ничего мы тут не забыли. Слишком долго я с ними повозился. Дальше. Моя самая нелюбимая часть, возможно, из-за регенераторов, которые будут дальше. Так, тут будут еще одни ганадосы. Но думаю, их мы сейчас убьем быстро. Арбалеты стреляют. Сел. Надо бы перезарядить. Благо, что... Смотрите, сейчас появится неоткуда еще один. Вот откуда он появился? Просто будет стоять. Я вот так сделаю. Жалко, очень мало патронов, как я и говорил. И своем. Так, ничего открыть нельзя уже. Follow me. Открыто. Сейчас, как только мы откроем дверь, сюда забегут еще несколько. Wait. Что бы сделать? Так. О, нет, 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 это нельзя. Ладно, пусть будет страйкер. Как бы стать поудобнее, чтобы сразу в них выстрелить. Убежали.
убиваем. Когда же я убью того самого? Опять же, патронов нету. Это очень прискорбно. Что? Follow me. Как-то будем жить с этим. Уходим мы отсюда. Сразу возьму винтовку с импровизором. Looks like this is it. It stinks. Sure does. No way, Leon. Way. Are you out of your mind? I knew you'd be fine if you landed on your butt. You... What is this? Come on, let's go. Сейчас, как только мы откроем дверь, этот регенератор оживет. What is that thing?
Надеюсь, тут мы не умрем. There's a gate here. The cap. Понадобился мне тут мат. Ну и патронов немного осталось. Вот сейчас, как только я прикажу Эшли стоять, на нас пойдет регенератор. Видимо, он реагирует на мой голос. Wait. А, что ждем? Ой, я забыл. Вот теперь можно и взять. Follow me. Стоять, и он идет. Wait!
странно. Уже можно смело взять пистолет. Очень много зажигательных гранат. Это очень даже неплохо. Ну, ты подходишь к моему очередному прохождению Resident Evil 4. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте. Leave it to me, Leon. Пишите свои рекомендации и комментарии. Сейчас зайдем. Как я и говорил, я продам инфрилизор за еще одна красная трава. Так, уж очень много красной травы. Будет у меня тогда уж. Больше тут ничего нету. Welcome! Got a selection. What are you selling? Инфровизор, как обещал. Thank you. Золотая рысь нам еще пригодится. What are you buying? Is that all? Thank you. Пока ничего не буду делать. Come back anytime.